получились каким-то образом. Посмотрите, даже вот эти... Так а что вот это снизу, это пятно? Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на Брайан Мапса. Его новое видео называется... Я попросил дорисовать свою картину Боба Росса за 150 рублей, 2000 рублей и 4000 рублей. Вау, вот это хайп-формат, ребята. Давайте смотреть мою картину. Наконец-то он к ней вернулся. Привет. Привет, меня зовут Брайан. Поздоровался так, как будто мы с вами и не знакомы даже, как будто я первый раз представляюсь. Я тебя знаю, вообще. Привет. Привет, меня зовут Брайан. Помните ее? Нет, не ее. Я говорю про ту самую картину, которую я рисовал. Ну, кстати, выглядит она действительно неплохо. Картину по тьюториалу Боба Росса. Насколько вам известно, я ее так и не дорисовал, потому что это было очень сложно. Нарисовать хотя бы вот это. Я вообще в шоке, как у меня это получилось. До этого апогеем моих навыков в рисовании было солнышко в пейнте. И то очень кривое. С поломанными лучами. Скорее овальный. Вполне себе нормальное солнышко. Формы, нежели круглой. С какой-то оттеночной сыпью. И непонятными бугорками. В общем, я не завидую своим рисункам. И многие из вас писали, чтобы я наконец-то нарисовал свою знаменитую картину Боба Росса. Один комментарий я увидел позавчера, за все время. Но меня это так вдохновило, что я решил, действительно, почему бы не попробовать ее нарисовать. Но при этом же, я очень боюсь это делать, так как я боюсь ее испортить. Сейчас она у меня стоит в гостиной и, в принципе, никому не мешает. И очень даже неплохо вписывается. Ну да, выглядит очень неплохо. Но как-то раз я наткнулся на видео какого-то художника, у которого был свой канал на YouTube, где он просил других людей закончить свою картину. О, прикольно. И я подумал, это реально прикольно. Это же гениально. Прежде чем я начну дорисовывать свою картину, я зайду на фриланс и поставлю задачу дорисовать мою картину. За 500 рублей. За 2000 рублей. И за 4000 рублей. Во-первых, мне интересно, кто сделает это лучше, от чего вообще будет зависеть цена и как они это сделают. Потому что я просто сфоткаю свою картину и по сути, отправлю им просто-напросто скриншот, чтобы они как-то с этим работали. Не знаю. Oh, yes, sir. Нормально. I'm talking to you. Не знаю, зачем я это сейчас сделал. Мы бы хотя бы перспективу уровня. Ну ладно, не надо. Я это сейчас сказал. Не надо. Ладно, заголовок заказа. Хочу... Плохое начало. А может быть начать как ютубер? Дорисуй мою картину и получи 1000. Нет, это тоже плохая это идея. Это кринж. Oh yes, sir, I'm talking to you. Блять, че эта фигня ко мне пристала? Необходимо завершить... Нет, это слишком элегантно как-то получается. Блин, нужен баланс. Понимаете, во всем в жизни нужен баланс. Это база. Дорисуй мое произведение и получи вознаграждение. Ладно. Произведение. Сейчас сказал? Этого не было. Удали. Сейчас удалю, пой... В общем, как-то так. Необходимо дорисовать картину по тьюториалу Боба Росса. Просто лаконично, правда, ни хрена не понятно, но для этого есть вкладка «Описание задачи». Но на самом деле, действительно, я не знаю, как они дорисуют ее, какой путь они выберут, чтобы завершить работу, но от этого же интересней, не так ли? Итак, конечно. Я отвертел троих человек. Один сделает за 4000, второй за 2000 и третий за 150 рублей. Мне уже страшно представить. Да будет великолепно. Я уверен, что у него будет лучший результат. Что ж, я пытался одеться как художник. У меня получилось вот это. Шорты это ништяк, картина, кстати. Картина, которую я рисовал по тьюториалу Боба Росса. Я рисовал ее 2 дня. Ну, точнее, несколько часов в один день и несколько в другой. Краска была повсюду. На волосах, на руках, на коте. Вся мебель. А видно, что Брайан Мапс тоже в качалочку ходит. Видно, бицушечка выступает. Красавчик, красавчик. Была изляпана. Я сейчас понимаю, нахрена я надел белую футболку. Мне бы не хотелось повторять этот опыт, поэтому в этот раз я постараюсь рисовать максимально аккуратно. Итак, мои покупочки. Палитра. Да, в прошлый раз я использовал тарелку. Масляные краски. И да, я нашел даже информацию, какие конкретно цвета использовал Боб Росс, когда рисовал эту картину. И купил другие. Ну, просто там не было прям тех же самых. Поэтому я взял набор. Тут должно быть
Что-то похоже. Он использовал плюс-минус, понимаете? Возможно, нет. Ну ладно, с инструментами же все получше, потому что я нашел информацию, какие конкретно инструменты использовал Боброс в его технике. И в принципе у меня практически то же самое. Все, что нужно. Так что. Начинаем. Ну что ж, это всегда на чем я остановился. Финальная картина должна выглядеть так. Я в полной заднице. Так, мне нужно найти тот самый фрагмент, на котором я остановился. Это только половина видео. Мне. Let's have a little evergreen tree. Lila's right there. Ах, обожаю его спокойный вот этот вот голос. Я постараюсь так же быть. То есть, таким вот спокойным, когда рисую. Надеюсь, у меня получится. Спокойный. Я понял. Вот такая вот штучка. Ну, в общем, это такой темный. Девочки, смотрите, кисточка. По-моему. Пусть это будет. И да, я нашел даже информацию, какие конкретно цвета использовал Боброс. Вот этот вот цвет. Как вы, наверное, можете заметить, я не рисовал ровно с того момента, когда я выпустил то самое видео, поэтому я вообще ни хрена не помню. Если до этого я вообще не знал, как что-либо делать, то, в общем, вы поняли. Сейчас еще больше не знаю. У Боброса вот так вот все профессионально получается, мне кажется. А вам как кажется? Фа! Я боюсь! Я очень боюсь! Я боюсь испортить эту картину! Так... О! Как у Боброса прям! Почти! Один в один! Ой, это уже слишком жирно. Как он так легко это делает? Классно у тебя получается! у меня так точно не получится! Смотрите, значит, что он сделал? Я вам передаю, потому что вы наверняка не поняли. И так как я профессиональный художник, я вам сейчас объясню. Он говорит, что нужно уголком. Что с кистью не так? А разве так должно быть? Это просто куриную. Плохая кисть. Так, значит, make a touch. Так, сейчас. А, ну слушайте, не так плохо. Ну, не так плохо. Чуть-чуть гуще, вообще нормально будет. Ну, кстати, не плохо. Это похоже на елку. Мне нравится. Вы только сравните вот эти деревья вот с этим. О мой бог! Если честно, мне немножко неловко об этом говорить, но мое дерево мне даже нравится чуток больше, чем у Боброса. Только нужно довести это теперь до конца, не испортить. А, он говорит, это намного легче делать быстрее, нежели медленнее. Он это прям до дна рисует. Нет, не нужно Letter Z, пожалуйста. Это у нас уже пошли какие-то политические заявления, не нужно. Так, ну допустим, ладно. Закроем глаза на то, что вторая часть получилась у Бога. Он нарисует второе дерево. Ну куда же он так спешит? Я не могу так быстро. Значит, где-то вот здесь вот. Он сейчас сделал отражение, нет? Не сделал. Такую палочку рисуем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так, ну это получилось уже гораздо хуже. Но не, ну все не, еще неплохо. Нет, это неплохо смотрится в общем. По крайней мере, знаете. Если отойти на 10 метров. Вот отсюда прям красиво! Класс! А если глаза закрыть, вау! Это дерево получается. Вообще. О мой бог, это получается старшая сестра Стейси, младшая хулиганка, она немножко такая американка, ее зовут Беверли. И третья девочка с сюрпризом, сестра немножечко пошла по дорожке матери. То есть она, в общем... С сюрпризом парень, что ли? Ну, она девочка-загадка. Ее зовут, by the way, Тейлор. Такое двоякое имя, да, то есть... Есть как бы девушка Тейлор, а есть мужик. Ну, я надеюсь, оно не получится слишком отличающимся от вот этих двух красавиц просто. Палочка готова. Может быть, на этом и стоит остановиться? Минимализм. Блин, ну неплохо же! Ну, реально неплохо. Три деревца! Ну да, похоже, что-то есть общее у них всех. Наверное, криворукий автор. Ой, ты куда? Подожди. Блин, он так сразу начал отражение им рисовать. Я помню, у меня были проблемы с отражениями, потому что вот что вот это такое? Да, нормально. Это разве отражение? Да. Это хуй на постном масле. Потому что деревья выглядят вот так вот. Посмотрите, какое большое между ними расстояние. Вот посмотрите.
Видите? Хороший палец. Это у меня так преподаватель по математике в 5 классе показывал. Типа, смотрите, смотрите, вот, видите, на доске, видите. В отражениях просто черная какая-то каша. Но я горжусь своей водой, я прям горжусь ей. Ну, посмотрите на эти отражения. Ну, это прямо, ну, это прямо вода. What do you mean? Он говорит, мы не делаем ошибок здесь. Мне кажется, я не попадаю в ваш клуб крутых парней в таком случае. It happens. Take the big brush. А, все, я вспомнил, как это делается. Все, чич. Нормально у него ходит. Вообще. Так. Опять большой этой кисточкой. Для того, чтобы сделать отражение, нужна вот такая вот кисточка. Именно ей я делал вот эти вот все отражения. Момент истины. Господи, как страшно-то. Стоп, еще раз, как он сделал там? And then go across, ага. Ну, неплохо, только я вот тут немножко испортил, но в целом неплохо! А там он переборщил. Он просто буквально тыкает. Секундочка, секундочка, и все. Поверх первого, и у него получается настолько детализированное дерево, что как будто это фотошоп. Так это фотошоп. Нет, слушай, красиво будет. Какой-то он слишком яркий, по-моему. Да, его бы смешать немножечко с тем зеленым. Мне кажется, что вот этот зеленый слишком яркий какой-то получился. Он неестественно выглядит. Поэтому я сейчас попробую немножко его затемнить. И, кстати, теперь как будто бы даже неплохо получилось. Ну-ка, отойду на 10 метров назад. Крас. Ну, Have some little bushes that live down here. Ага. These little foots. Он взял белый цвет, добавил его в зеленый, и получился такой салатовый. Ну, кстати, вот как у меня сейчас получился, вот такой вот у него получился как раз-таки. Кустики, значит, как будто бы такой мини-островок, на котором стоят эти деревья. Так. Ага. Ну, неплохо. Оу! У него неплохо. Нормально, Брайан, нормально. О мой бог, это что-то типа волн опять. Я не помню, как я вот эти сделал. Они, кстати, не так уж и плохо вышли. Но я совершенно не помню. Не, ну ладно, неплохо у него. Подожди, он первый раз рисует, знаете, я бы не рисовал даже так. Как я это сделал? Это вполне себе. Помню, чем я это сделал? Вот этим шпателем. Если сейчас я испорчу эту квартиру. Оговорочка по Фрейду сейчас была. Нет, спасибо, не надо. Это уже моя квартира. И если я ее испорчу, кто мне будет давать? Я сам. Сам себе. А это не так интересно. Поэтому давайте мы не будем больше играть в эту игру. В общем, он смешал Dark Blue Sienna и, кажется, немножко белого. Вот этой штукой. Потом вот так вот захерачил. И получились очень красивые волны. Я думаю, у меня получится. Получится, конечно. Только они что-то они немножечко. Не знаю, что это такое на самом деле. Что они коричневые? О мой бог, это очень быстро, очень профессионально, очень не так, как я умею, пожалуйста, не надо. Это какой-то черный. Не-не-не, подожди. Это слишком темный цвет. Мне нужно его как-то побелее сделать. Наверное, можно смешать с белым. О, кстати, да! Я уже должен был давно запомнить такие простые сочетания цветов, идиот! Это что за тучка? Это не дерево, не... Это какой-то ноуп от Джордана Пила сейчас получился. Я не планировал такого. Так, сейчас нужно... Сейчас будет дерево, смотрите. О! О! Ну? Блин, а мне нравится. То есть это, конечно, ни хрена не дерево, но как будто бы это такое... Силуэт дерева. Такая, знаете, тучка, пришедшая с другой параллельной вселенной, понимаете? Здесь у нас натуральная природа, натуральная, значит, вода. А тут инопланетяне. НЛО. И получается, что какой-то инопланетный объект летит, и игра контрастов. В этом произведении игра контрастов. То есть здесь... не. Когда пытаешься продать свою квартиру. Картину. Длинная природа. Было бы смешно, если бы я сейчас случайно мазнул этой гребаной кистью по картине. И знаете, как будто бы угроза. Какая-то угроза. Что-то в этом есть.
your world, you make all the decisions. Ладно, знаете, я пока что даже на время отложу сейчас тьюториал и сделаю так, как чувствует мое сердце. Это будет ошибкой. Ну что ж, ребят, пока я рисую, что же вам такого рассказать? Недавно ко мне снова приезжала двоюродная сестра, те, кто подписаны на мой телеграм-канал, об этом в курсе. Чем мы с ней занимались? Мы... Ну, у нас была обширная программа. Она прилетела обширная в час ночи, хорошо. И на следующий день мы с ней уже летели в Доминикану. Смотрите, как красиво. Круто! Потом произошла какая-то... Я хочу тоже куда-то полететь. Я хочу просто куда-то даже поехать отдохнуть. Вот я права получу и пойду в другой город хотя бы, ближайший, который там за сотню километров всего лишь, да? И отдохну там пару дней. Классно? Твою мать, ребята! Меня зовут Стейси. Господи! Мне нравится, как моя сестра реагирует на происшествие. Чисто релакс, как будто она сейчас сидит в гребаном массажном кресле, и все, что ее волнует, это ее закрытые чакры. Члены экипажа куда-то смылись, и поэтому нам пришлось брать борт самолета на себя. Твою мать, мы решили взять все в свои руки. Вот вы актер, блин. Мы посадим этот чертов самолет. Черт, мы походу что-то намудрили. Спускаемся в багажное отделение. Прикольно, это какая-то квест-комната какая-то. Прикольно, блин, ну крутая квест-комната. Меня зовут Стейси, и я просто... Что происходит? В общем, было довольно-таки весело. Потом мы приземлились, ну и квест был пройден. Да, это очень интересный квест. Прикольный квест-комната. Там действительно используется настоящий самолет, по крайней мере, небольшая его часть. Это круто, это реально крутая квест-комната. Не-не-не, что-то как-то не так. В этот же день мы прокатились на катере по каналам Петербурга. Классно. Это была не очень хорошая идея, потому что погода в Питере была... Не очень. И мы чуть не сдохли от холода, серьезно, потому что мы очень, очень легко были одеты. Но зато было красиво, I guess. О мой бог, у меня получается какая-то херня. Это вообще не похоже на то, что у него там. See, we're just putting some dark in here, so... Но оно должно уходить в конец. На следующий день мы с ней сходили на еще один страшный квест. Прикольно. Я там, кстати, чуть не сломал реквизит. Нам дали скелета, который был частью этого квеста, чтобы пофоткаться с ним. В итоге я пофоткал мою сестру, потом моя сестра решила пофоткать меня, и, в общем, произошло что-то непонятное, скелет нахрен развалился. Благо, я успел его починить вовремя. Потом мы с ней сходили в аквапарк. Ну, в общем, много где еще были. Нормально они отдохнули? Капец, они за день успели больше, чем за всю свою жизнь. Моментов. Что-то мне не нравится, что получается. Ну ладно, Бобров сам сказал, что нужно вот какую-то такую мешанину навернуть. Ну, конечно же, он не так сказал, но это имел в виду, я так полагаю. Потому что сейчас мы как бы будем ее детализировать. Он сделал индикаторы вот такого вот характера, да? Один индикатор и второй индикатор. Немножко бы желтого еще добавил. Чтобы сделать посветлее этот оттенок, потому что вот эти деревья, они у нас довольно-таки темные получились, а это я хочу сделать посветлее. Только уголок кисточки. Только уголок кисточки. Да вот я использую только уголок, но это какая-то... Просто говоря, получается. Ну, допустим. Допустим, ладно. Ну, кстати, не так уж и плохо. Ну, конечно, муть та еще, но... кстати, смотрите, какие-то даже объемные листики у меня получились каким-то образом. Посмотрите, даже вот эти... Так а что вот это снизу, это пятно? Это индикаторы, про которые он говорил, то есть вот эти вот стволы деревьев, они проглядывают немножечко сквозь листву. У него, конечно, это более заметно, но вот сюда, если приглядеться, как будто бы у них есть стволы. Let's get crazy. You know me. Let's get crazy? No, не надо, пожалуйста. Oh, my English is very good. О, нет. Еще одно дерево. Еще больше, чем это. Мешаем. И такой более темный зеленый. Ой, зря. Получается. Не надо, не надо. Оставь, пусть... Ну, ладно, слушайте. Не, не ладно.
Вот уже больше. Не, ну, похоже на правду. Нормально. Какое-то уродское дерево получилось. О, кстати, а появился ствол-то. Теперь их снова не видно. Блин, ну как же он эти стволы-то делает, я не пойму. Мне кажется, его надо чуть делать пышнее. Так, ну вроде готов. Похоже на какую-то палку. Это дерево готово? Нет, это дерево прям... Его чуть-чуть будем. А, у меня весь телефон в краске. Ну, на самом деле, я делаю большие успехи, потому что в прошлом видео у меня было все в краске. Начиная от тигра, заканчивая огромным пятном на моей жопе. Это точно была краска? Я положил палитру. Хух, слава богу. Это как мне так сейчас повезло, что на ней ничего не отпечаталось? Мне очень сильно повезло. Так, ну да, еще вот белая. У меня детской неожиданности получился. There's a happy little bush. It lives right there. Это не похоже на кустики. Это какое-то детское питание Агуша. Не обязательно Агуша, не спонсировано. Ну вот это уже больше похоже на кустики, но они не такие, как у него. Я не знаю, как он делает вот этот... Как будто кисть какая-то другая, либо... Либо что вообще происходит? Just some happy little rocks. Блин, знаете, как у него реально красиво уходит? Прям такая текстура интересная. Something, wherever. О мой бог, он нарисовал, он буквально нарисовал два маленьких камушка. Вы думаете, у меня получится такое сделать? Так, один камушек готов. Ну, второй, допустим, тоже. И теперь их надо скрыть. Скрыть этими же кустами. Как будто бы эти камушки затерялись среди кустов. Ну, скорее не кал... Ой, что это сказать? Оговорочка по Фрейду. Скорее не камушки, а волыны. Валуны. Волыны. Волыны свои бери, молодой человек. Мне уже язык заплетается, я не могу. А почему я вообще руку так держу, я что, официант? Блин, единственное, мне нравится то, что вот я слишком много пространства закрыл вот этими деревьями. И вот те вот мои красивые отражения, мои красивые волны, их теперь не видно, как будто бы их и не было. Но это я просто идиот, что ж тут сказать. Ну и по-моему, у Боба Росса... Да, у него шире холст. Почему, когда я начинал снимать то еще видео старое, почему я не подумал про размер холста? Это же самое важное. Да ладно, нормально. Как будто вот дерево будто поправить по центру. Совсем дурачок, что ли? Или как? Just barely touching. О мой бог, как это красота! Вот это делает! Не умею! Магия! Это была очень хорошая кофта. Да ладно, должна стираться, по идее. Это масляные краски, если да, то... Ну, есть шанс. Мне же лучше. Да? Было бы забавно, если она сейчас прямо мне на голову свалилась. Но это было бы смешно, несмотря ни на что. Это было бы очень смешно. Но не надо, пожалуйста, так делать. Что это? Что это? Нужно добавить хайлайт. У меня пока что это просто какая-то... Просто кондитерский крем, по-моему, размазал здесь кто-то. Муть! Не, ну слушайте, ну... Я так полагаю, слушайте, когда добавляется деталь дополнительно, выглядит не так плохо. Ну теперь реально не так плохо для первого рисунка. Добавить последние штрихи в картину. И вот он добавляет какие-то веточки с помощью вот этой самой кисточки, которую я еще даже не открывал. Что это за рога Малефисенты? Ну, что-то в этом есть. Хотя, что это за нахрен дерево такое? Ну, так вроде чуток получше. Добавил веточки. Так, попытался придать детализации островку. У меня получилось? Да, да. Не, ну неплохо. Это реально неплохо. Я даже похлопаю, это реально круто. Твою мать. Сколько часов я на это потратил? На самом деле, не так много, учитывая, что в предыдущем видео на вот такой вот результат у меня ушло часов так 8, наверное. Нет, кстати, выглядит более завершенно. Вот дерево мне единственное не очень нравится, вот это, которое... Палка такая. Я разбил съемочный день на 2 дня. А здесь я справился за 3-4 часа. Хотя
Как по мне, это было гораздо сложнее, чем первая часть картины. В принципе, я как бы себя не обсирал сам, в принципе, я на самом деле доволен. Ну да, да, на самом деле очень неплохо. Учитывая то, что я вообще не умел, ну, не умею рисовать, у меня получилось такое, для меня это очень-очень хорошо. Так что... Я на самом деле, мне даже понравился процесс, и я даже еще как-нибудь чисто для себя попробую порисовать, но не буду повторять чью-то картину, а именно придумаю что-то свое, потому что мне кажется так, хоть и сложнее, но развивается творческое мышление и... Мне кажется, надо на улицу выходить и рисовать пейзажики. И ты не так переживаешь, что у тебя получается не точно так же, как у кого-нибудь там. Поэтому, Боб Росс, спасибо тебе большое, легенда. Так, ну что ж, я получил все три работы от моих фрилансеров. Работа за 150 рублей. Да, на конце. Какой-то, честно говоря, стоп. Это что-то, о чем я думаю. Меня сразу смутило название этого файла, потому что такое ощущение, что это просто скачанная картинка из интернета. Это скачанная картинка из интернета. Он просто скачался. Это и походу это... Так и есть, ибо это... Это не его вообще картина, он не дорисовал, он скачанная картинка с интернета. Это не похоже на мою картину, это даже не моя... Нет, это не моя картина! Вот бандит за 150 рублей. Ладно, я не мог ничего ожидать за 150 рублей. Я... Не, ну это вообще супер наглость. Я ожидал все что угодно. Не знаю, рисунок в пейнте кривой. Может быть там человек распечатал бы мои скриншоты, акварелью бы как-то дорисовал. Но чтобы скачать картинку с интернета... Это сверхнаглость. Спасибо. Работа за 2000 рублей. Ну-ка. Ну, я хотя бы вижу, что это моя картина. На заднем плане. Да, сразу видно этот гора. Но что-то мне подсказывает, кстати. Нет, я надеюсь, это не тот случай. Это ведь оно, да? Это... Почему? Две тысячи рублей, они что, вообще там офигели? Это вообще... Это наглость, оно видно по вырезу. Такой... Ощущение, что вот это скопировано вот с этой фотографии. Да, она, конечно, тут немножко поменяла расстояние между деревьями. Но оно вырезано, нет? Оно же вырезано. Вот здесь она, видно, что замазала оставшиеся деревья, которые здесь не нужны. Но да, это скопировано вот с этой картинки. Но она хотя бы приложила хоть какую-то руку. Ну... Такое, конечно. Ой-ой-ой. Две тысячи! Ну, 2000-то не стоит. Вообще не стоит 2000 рублей. Ладно, может быть, это нормально за такую цену. Еще осталось работать за 4000. Ну что ж... Сразу видно, что это дорисовано на компьютере. Но она нарисовала ее с нуля. Я просил дорисовать картину. Она ее явно нарисовала с нуля. Вот, разве что вот этот кусочек какой-то от моей картины, да, от моего скриншота. Она перекроила мои деревья красивые, вот эти вот палки лысые. Да, красиво, конечно, мне нравится рисовка, но это не моя картина. Они никто не выполнил задание. У всех задание не выполнено. Объективно. Он потратил 6000 рублей, 6150 рублей максимально в никуда. И это не его вина, это вина фрилансеров. Не, вообще, чё, ладно, тут хотя бы нарисовал человек, да. Но предыдущие два, это вообще какой-то позор. Я не просил нарисовать новую картину за 4000. Но я даже рад, что так же получилось, потому что, значит, не зря я рисовал свою версию картины. Кто мне вернет мои деньги? Ну, вообще, вообще должны все вернуть деньги, потому что они не выполнили заказ. Хотя бы частично последний должен вернуть. Остальные вообще должны вернуть, потому что... Вообще неправильно. Эх, странный, блин. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Переходите и подписывайтесь на Brian Maps обязательно. Также подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Спасибо большое. Благодарю. Всем удачки. Всем пока-пока.